Красноярские школьники и их родители отказываются от букетов к 1 сентября и присоединяются к благотворительной акции, которую запустил фонд «Добро24.ру». Суть акции в том, чтобы не брать дорогие букеты каждому ученику, а подарить один от класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь детям, которые борются с тяжелыми болезнями. Акция проходит уже 4-й год. Сейчас на связи со студией представитель фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева. Она расскажет, сколько же удалось собрать денег на вот такое благое дело. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня уже, да, есть первые цифры, но это день, как мы понимаем, не основной, потому что завтра, именно завтра, акция будет проходить. И, как правило, по опыту прошлых лет, еще в течение недели будут досылы на эту акцию. Поэтому будем считать и считать. Могу сказать по сегодня. Сегодня это уже 81 тысяча рублей. Есть персональные, именно на тех двух детей, которых мы выбрали для этой акции, для Леры Агаповой и Савелия Якимова. То есть присылают как персонально, так и непосредственно по кнопочке акции на сайте. Ну вот сейчас пока 81 тысяча насчитано, пожертвования идут, и завтра будем надеяться, что тот порог, который мы для себя поставили, мы все-таки преодолеем и, может быть, даже наберем больше и хватит другим детям. А какой порог, какая сумма необходима? Мы взяли двоих детей, основных героев нашей акции. Это 150 тысяч для Леры. Это либо одна масштабная реабилитация, либо две. Да? Все зависит от состояния ребенка. Оно должно позволить как бы провести либо одну крупную, либо две таких средних. И это 150 тысяч на Саву Якимова, которому нужно летать к онкологу на прием. У него ретинобластома. У нас, к сожалению, в России предложили уже какие-то критические методы. Поэтому все надежды только на мирового известного профессора Мунье, который борется с ретинобластомой самыми высокотехнологичными способами. Родители собирают средства самостоятельно для него, а наш фонд взял на себя вот такое обязательство, и мы второй год уже отправляем Саву летать, то есть собираем ему на билеты. Ну, вы уже проводили, вот четыре года проходит акция. Какие суммы вообще собирали раньше, например, чтобы понимать? По сути же, уже треть собрана от необходимого. Ну, да, практически треть. От необходимого треть, на данный момент. Возможно, вот сегодня до 12 часов, и уже будет, собственно, действительно полностью треть. В прошлом году мы собрали максимальное количество средств, это более 500 тысяч. Всего мы собрали за 3 года 1 200 000 с хвостиком. Вот. И у нас 17 детей, которым мы оказали помощь. Это очень серьезные вещи. Вынуждена перебить, заканчивается у нас время. Очень коротко скажите, что нужно сделать? Ну, если вы решились участвовать в этой акции, нужно зайти на сайт добро24.ру, либо на сайт ТВК и по баннеру перейти к нам на сайт и вместо цветов пожертвовать средства, а учителю подарить самый лучший, самый красивый цветок, а не гигантский, возможно, даже бессмысленный букет.